Всем привет! Ребята, как проходят летние каникулы? Напишите в комментариях. Представляем вашему вниманию подборку лайфхаков, которые помогут вам, упростив некоторые бытовые сложности. Итак, поехали! Если вы любите включать в свой рацион питания тертую морковь, а в доме каким-то чудом не оказалось терки, не опускайте руки, а воспользуйтесь простым способом. Первым делом открутите крышку и поставьте ее на разделочную доску. С помощью гвоздя сделайте несколько отверстий на поверхности крышки. Чем меньше диаметр гвоздя, тем мельче получится тертая морковь. Далее плотно закрутите крышку и прогните гвоздем отверстие в одном направлении. В итоге у нас получилась самодельная терка, которая мало чем отличается от заводской. Том, ты где? Угощайся свежей морковкой. Спасибо. Как раз морковку я люблю. Все знают, что она очень полезна и способствует росту. А вырасти я очень хочу. Куки! Все мы знаем предназначение канцелярского предмета степлера. Многие из нас сталкивались с такой проблемой, когда нелегко открепить скрепленные листы при отсутствии антистеплера. А вы знаете, что на обратной стороне пининга наковальни имеется втулка, с помощью которой можно изменить режим зажима скоб? Скрепляя таким образом листы бумаги, вы сможете при необходимости открепить их с легкостью. Следующим лайфхаком могут воспользоваться девушки. Если вы готовите блюдо согласно рецепту, размещенного в электронном носителе, и вам не хотелось бы испачкать экран телефона, то есть очень простой выход. Положите телефон на кусочек пищевой пленки и оберните ею ваш гаджет. Пленка не помешает работе сенсорного экрана, и вы его не запачкаете. Как только вы закончите с приготовлением пищи, пленку можно снять после того, как вымоете руки. Мандарин, сделай, пожалуйста, как можно больше лайфхаков для девушек. Кто согласен, ставьте лайк. Укус пчелы очень болезненен. Если с вами произошла такая неприятность, не паникуйте. Быстро бегите на кухню и достаньте соль. Прежде чем применить ее, предварительно увлажните, а затем приложите к месту укуса. Это поможет снять боль, зуд и предотвратит развитие отека. Для очередного лайфхака нам понадобится губка и стеклянная баночка. Открутите крышечку и нанесите на ее внутреннюю сторону немного термоклея. Думаю, этого будет достаточно. Ножницами разрежьте губку так, чтобы ее размер совпадал с диаметром крышки банки. Теперь приклейте губку к внутренней стороне крышки и навтыкайте в нее иголки для шитья. А в баночку накидайте все ваши нитки и клубки. Безопасная игольница и хранительница швейных принадлежностей готова к использованию. На этом все. Если вам понравился ролик, то давайте наберем 5000 лайков и поделимся роликом с друзьями. Всем пока!